Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Туркемпинг. У нас на обзоре обновленная модель всеми полюбившейся палатки 1610 с артикулом 1610А. Прошу, пожалуйста, не путать с моделью 1610, потому что у нее тент не полностью покрывает палатку. Мы собрали все ваши предпочтения, отзывы, которые вы писали, пожелания, доработали ее и хотим представить вам новую модель. Размеры данной модели 380 на 260, высота 190. Я собрал эту палатку один, ну, примерно минут за 20, то есть не спеша. Если вас двое, то, в принципе, вы соберете практически в два раза быстрее. Собирается очень легко и просто. Хочу отметить плюсы данной модели. То есть у данной модели, получается, в комплекте идет три стойки для козырька. Его можно поставить как с этой стороны, так и с другой. То есть как вам будет удобно, где вы расположите свою палатку, в какую сторону вам будет удобно. Соответственно, палатка имеет цельное дно во всю длину палатки и, соответственно, разделение на два отсека. Первый отсек – это спальный модуль, второй отсек можно использовать как спальный модуль, можно использовать как гостевая зона, то есть как угодно. Палатка полностью закрывается, абсолютно герметично от дождя, все швы у палатки проклеены. Также у палатки есть юбка от подлива, которую можно, в принципе, присыпать, если вы на пляже, песок и так далее, то есть чтобы палатку не носило ветра. Здесь у нас все углы натягиваются полочками с двух сторон, то есть палатка держится очень хорошо. Видите, как материал натянут, никакого, в принципе, продувания, никакого проливания дождя не будет. То есть палатка полностью прошита, здесь углы тоже обработаны все и прошиты дополнительными усилиями. У палатки три входа, один большой, соответственно, и два по бокам поменьше. Можно использовать все три, можно использовать один, как вам удобно, как вам больше нравится. На каждом входе есть москитная сетка. В дальней части палатки есть тоже окно с москитной сеткой. Палатка полностью хорошо продувается. Есть два крючка для фонаря, то есть в тамбуре и, соответственно, в самом спальном модуле. В спальный модуль у нас дверь разделена на две части. Можно использовать одну створку, можно использовать две створки, кому как больше нравится. Остальные стойки стоят здесь по периметру палатки, их 6 штук. Они специально отмечены разным цветом. Красные стойки стоят по углам, серые стойки стоят по центру. Черные стойки идут на козырек. Или с этой стороны, или с другой стороны. Можете, опять же, здесь козырек разделяется. То есть, если, например, какой-то дождь или еще что-то, вы можете эту часть закрыть полностью, оставить только двойной козырек. Кому как угодно. То есть, вариаций у данной модели огромное количество. Поэтому, если какие-то есть вопросы, там пишите, мы с удовольствием ответим. Ну, надеюсь, что все детально показали и рассказали по данной модели. Стараемся снимать обзоры палаток для вас, чтобы у вас было меньше вопросов перед тем, как их купить, и вы понимали, какая именно модель подходит к вам, потому что сейчас их огромное множество. Но эта модель точно заслуживает внимания, и с удовольствием, кому она нравится, кому подходит такой формат, палатка высокая. То есть, пожалуйста, с удовольствием можете у нас приобрести. Такие модели сейчас есть в наличии. Спасибо всем огромное.